Вообще, если говорить о Евровидении, у меня очень сложное отношение к этому конкурсу. Как человек, прошедший всего лишь два конкурса и получивший от этих конкурсов то, что желал, поскольку я это все-таки в осознанном, со мной это происходило в осознанном возрасте, я могу сказать, что мне никогда не нравились конкурсы политические, да? А Евровидение, за историю Евровидения звездами на самом деле стали только две песни. А по моему мерилу только одна. Это песня «Waterloo» в исполнении группы «Абба». Если людям нравится его смотреть, то пускай этот конкурс остается. Для молодых музыкантов это один из способов собраться, показать что-то хорошее. Для других стран собраться всем вместе, узнать, что мы рядом, поговорить, увидеть лица других стран, с которыми мы могли, о которых мы могли думать все что угодно. Но вообще как конкурс Евровидения, я считаю, ну, в общем, достаточно купленным произведением не только шоу-бизнеса, а вообще бизнеса. Ну, это мое личное мнение, но то, что делают сами музыканты и люди, которые связаны со сферой вот этого шоу-бизнеса, конечно, это очень... Для них это большой рывок. Поэтому, конечно, пока он привлекает столько зрителей, конкурс надо оставлять.